Привет! Приходите на мой канал, подписывайтесь, я вас очень жду. А сегодня мы с вами приготовим котлетки пышные и вкусные из индейки. Для этого нам понадобится индейка, где-то около килограмма фарш, 2 яйца, луковицы, 3 кусочка хлеба без корочек, сливка или молоко жирное, 1/3 стакана, 1/2 чайная ложка перца молотого, 1 чайная ложка сверху соли и зелень немножко, где-то несколько веточек, масло подсолнечное для обжаривания. Ну вот и все, поехали. Замачиваем в сливках хлеб белый. Для пышности взбиваем лук в блендере. А теперь добавляем яйца с солью и перцем, зелень и хлеб. Тоже взбиваем в блендере. И все сливки туда же выливаем. Фарш добавляем в нашу смесь. Смотрите, она какая красивая, зеленая. И хорошо размешиваем. Тесто должно быть жидкое. Взбиваем для пышности и сочности котлет миксером. Эту сковороду вливаем масло подсолнечное, разогреваем сковороду хорошо и выкладываем ложкой котлетки. Ну вот и пожарились наши котлетки. Посмотрите, какие они пышные, румяные, красивые. Вон такие. Подаем их с рисом рассыпчатым, уже картофельным или с овощами. Приятного аппетита!